Всем привет! Вы на канале Звери из зоопарка. Это папа там книжку читает. Тиме, моему младшему брату. Смотрите. Это мама там пришла. Вот, смотрите. Если наберется 100 тысяч лайков, тогда победит птичка. А если больше, тогда зайчик. Если наберется 1 000 000 лайков, тогда победил зайчик. А если меньше, если 100 тысяч лайков, тогда победит птичка. Ну, кто за кого голосует? Я лично за обоих. Потому что птичка мне нравится, а зайчик сегодня из киндера. Кстати, зайчик вот такой плоский, а она не очень плоская. И сзади тоже. О, а вот и боже. Я даже не хочу говорить, что. Вот, в общем, это короткое такое видео, потому что обычно я снимаю длинные видео, но длинные видео у меня на планшете никак не получается, потому что у меня память на планшете плохая, и поэтому я сняла короткий ролик, и это конкурс, кто победит. Если вы забыли, если наберется 1 000 000 лайков, тогда победил зайчик, а если 100 тысяч, тогда птичка. Я не очень сильна в математике, но я не знаю, потому что я еще не в школе, но скоро пойду осенью.